Сейчас мы находимся в самом большом светофоре в Гомеле, который располагается по адресу улицы Могилевская, 1А. Почему мы сегодня именно здесь? Потому что здесь больше, чем на 2000 квадратных метрах, размещено огромное количество товаров разного характера. Сегодня мы узнаем, почему этот магазин называется семейным, почему здесь одни из самых низких цен, и посмотрим, что же здесь так привлекает гомельчан. Погнали! Сразу на входе бросается в глаза огромное количество разных товаров для природы. На самом деле это очень круто, потому что все сейчас на выходных стараются выехать на природу. Спальники, палатки, все для розжига, салфетки, вода, все здесь есть. И одним разом можно закупить все. Если вы вдруг еще не закупились всему, что нужно для огорода и выращивания растений, то здесь самое лучшее предложение. Смотрите, сколько разных тазов, ведер и контейнеров разной длины, ширины и глубины есть в светофоре. Пожалуй, я возьму себе это, потому что мои огурцы как раз-таки требуют полива. Однозначно светофор можно назвать местом для покупки всего, что вам нужно для огорода. Смотрите, шланги, зеленое мыло, побелка, разная защита для растений. Это все для того, чтобы ваш огород славился классным плодородным урожаем. Лето – это время отдыха на природе. И как вы думаете, без чего никогда нельзя обойтись? Конечно же, без воды, которой никогда много не бывает. Можно купить здесь огромное количество воды, а если вы хотите полакомиться, рекомендую лимонадик. Здесь просто мекка для сладкоежек. Огромное количество шоколадных конфет, вафель, шоколада, печенье, рулетов. Ну, ребята, это вообще просто без комментариев. Пройдя по светофору, становится понятным, почему его называют семейным магазином. Смотрите, какой большой выбор питания для детей и товаров для ребенка. Детское питание, сухие завтраки, игрушки, мороженое, вода – все это в одном магазине, при этом по достаточно приемлемым ценам. Берешь тележку, загружаешь ее и на неделю забываешь о походах в магазин. Есть в светофоре и отдельный цех, где хранится мясная и молочная продукция. Между прочим, колбасы в светофоре продаются только белорусского производителя. Пойдем посмотрим, что здесь есть.
Посмотрите, какой здесь прямо рай для чистюль. Огромное количество чистящих средств и моющих оценит любая хозяйка, однозначно. Я хоть и не мужчина, но мне здесь очень нравится. Все потому, что здесь настоящий рай для мужчин. Смотрите, есть и отвертки, и смазки, и очистители, и набор инструментов, и тросы, и наборы ключей. Все это в одном месте. Мужчинам здесь точно понравится. В светофоре на улице Могилевска для покупателей оборудована большая парковка и удобный безбарьерный заезд в магазин, что делает процесс покупок максимально удобным и комфортным для всех. Приезжайте!